как стать дизайнером, который не слизывает идеи? Хочу познакомить вас с ученицей нашей школы Мединой и одним из методов креативности, которые она использует. Медина выбрала источник вдохновения – картины Малевича. Мы делаем разрисовки, играем с формами, рисуем прелиминарные эскизы и уже потом дорабатываем дизайн. Работы Медины взяли на выставку в Питере и в Москве. «Я не вижу предела своих возможностей, даже если мне свяжут руки», — говорит Медина. Уверена, что Медину ждет интересный творческий путь. Если вы хотите стать настоящим дизайнером одежды, сейчас в нашей школе идет распродажа курса «Дизайнер одежды» всего за 30 тысяч рублей, но без обратной связи. Напиши слово «дизайнер» в комментариях, и я пришлю сайт для ознакомления с программой.